Возможно, немногие задумаются, в чем заключается ежедневная работа пограничников. Это не только охрана границы и работа в пунктах пропуска, но и ежедневное обучение персонала, совершенствование технических средств охраны, работа с местным населением и мигрантами, взаимодействие с Европейским Союзом и международными организациями. Например, сотрудничество Государственного пограничного комитета с Международной организацией по миграции продолжается более 10 лет в области управления границей и работы с нерегулярными мигрантами. За это время реализовано множество проектов, направленных как на техническое оснащение границы, так и на работу с уязвимыми группами мигрантов. Прежде всего, стоит отметить, что большая часть проектов финансировалась Европейским Союзом. В рамках этих проектов была закуплена специальная техника, болотоходы, снегоходы, а также лодки и катера. Эта техника непосредственно участвует в охране границы и на сегодняшний день показала достойные результаты. Важным моментом в ходе реализации этих проектов является также обучающий компонент. Было проведено очень много тренингов, были организованы визиты в соседние государства, в ходе которых пограничники обменивались опытом, мнениями в области охраны границы. Совместная работа с международными организациями позволяет развивать потенциал белорусских пограничников, укреплять безопасность в регионе и делать пересечение границы еще более комфортным.